Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Адисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт на сервере Pokeworld Special. И, ребята, сегодня как раз день, первый выбор победителя, да, то есть первый человек, который получит бесплатный пропуск на этот сервер. Я его, ребята, уже выбрал, я его выбрал бесплатно, ну, как это бесплатно звоню, вот случайно, то есть. Я не буду сейчас показывать как случайно, потому что заявок там было офигеть сколько, там более чем 300 заявок было на то, что... Ну, чтобы участвовать в конкурсе, чтобы получить возможность выиграть... Да ты еще будешь долго нападать, зараза. Чтобы участвовать в конкурсе и иметь возможность выиграть бесплатный пропуск на серию. Было больше 300 заявок, после этого, ребята, вот та тема с заявками удалится... И создаться... И как это сказать? Короче, будет создана еще одна тема, то есть заново, да? Чтобы не было... одна тема, да? То есть, может, человек, который там покупал... Не покупал, а подавал заявку там... Тогда, когда тема создалась, да? Но, например, не выиграл. Уже, например, купил пропуск на сервер, а я взял и случайно его выбрал, и то есть зачем ему пропуск на сервер, если он уже, например, купил, да? То есть тема будет удалена, будет создана новая тема с новыми заявками, и вы можете подавать заявки, и можете, в принципе, ребята, опять участвовать, вот уже арена все никак не достроится. Ну да ладно, ребята, я включил креативный режим, потому что я хочу, знаете что, я хочу где-то построить стену. Стену, да, где будут показаны люди, которые выиграли бесплатный пропуск на сервер. То есть там будет показано, да, например, за ноябрь, кто там выиграл, потом за следующий месяц, еще за следующий месяц. И как бы, чтобы я не забывал, да, то есть если человек выиграл пропуск, то в следующий раз, например, если он опять случайно выиграет, то, мне кажется, так уже не может быть, потому что другим людям тоже нужно дать шанс выиграть. Поэтому нужно записать, что вот, например, этот человек выиграл, и дать шанс выиграть другому человеку. Вот, ребята, я тут настроил лес такой вокруг этого покецентра. Мне кажется, вообще офигенно получилось, потому что если бы обычными деревьями настроил, было бы не так круто. Я вот этими большими деревьями настроил, и мне кажется, очень так прикольно получилось. Ну, покецентр я уже показывал, да, то есть тут ничего не изменилось. Сейчас, ребята, давайте-ка мы начнем строить стену. Стену, да, где у нас будут вот эти... Показаны люди, которые выиграли бесплатный пропуск на сервер. Но, если честно, я не знаю, где ее поставить, построить. Вот что, ребята, еще хотел. Да, пропуск выигрывается один раз в 10 дней. Но, например, те же будут другие конкурсы. На следующей неделе у нас будет, я так думаю, если... Ну, думаю, время... Хотя время не знаю, будет, не будет. Ну, короче, посмотрим. Но, в общем, если нормально, то... 30 ноября у нас будет турнир на первом сервере. Не помню, какой, травяной или воздушный, вот это я не помню. Вроде травяной будет вот этот турнир, да? И, например, кто там выиграет первое место, да, тот тоже там получит пропуск на сервер. Наверное, кто выиграет и займет второе место, тот тоже получит пропуск на сервер. А третье, я не знаю, но... Наверное, ну фиг его знает, это, ребята, мы еще потом посмотрим. То есть, помимо того, что будут вот такие конкурсы, которые позволяют вам выиграть бесплатный пропуск на сервер раз в 10 дней, будут еще конкурсы, также турниры на другом сервере, в котором вы тоже можете выиграть пропуск на сервер. Также будут, например, на Новый год, да, там, я думаю, я там вообще устрою какой-то нереально конкурс, где будут разыгрываться вообще там вот эти... Как его? Будут разыгрываться пропуски на сервер, да, то есть в честь Нового года там вообще, наверное, будут разыгрываться не один, и не два, и не три пропуска на сервер, а еще больше. Поэтому, ребята, вот таких по праздниках, смотрите, у вас есть возможность подать заявку, бесплатно выиграть пропуск на сервер, у вас есть возможность участвовать в турнире на другом сервере и выиграть себе пропуск на этот сервер, у вас есть возможность выиграть бесплатный пропуск на сервер во время, например, каких-то там праздников, да, или что-то такого. И помимо этого, ребята, еще другие есть способы и варианты, и вот все это такое. Поэтому, мне кажется, более-менее так нормально. Но если вы не хотите, то... Так, я правильно строю. Сейчас, ребята, дайте посмотреть.
Если вы не хотите, то, в принципе, можете купить пропуск на сервер. Не такой он уж дорогой. Так, ща. Если вы, в принципе, хотите, да? Так, давайте тогда... вот сюда. Точно, 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 я забыл орбы обновить. Но я не помню, где... Не орбы, а алтари. Напишите координаты алтарей, которые нужно обновить. Потому что вы тут можете спамнить в легендарных птиц, как уже было сказано. То есть прокачать орб и пойти заспамить себе легендарную птицу, там, на Артикуна, Молтрес или... или Забдус, да? Так. Давайте тогда, ребята, приступим. Я не знаю, где-то, допустим... Где-то вот так. Тут... Скажи. Так. Где-то вот тут у нас стена будет, например. Давайте еще тут. Тут. Так. 1, 2, 3, 4, 5. И на шестой давайте построим. Например, вот такая стена. Да, у нас будет. Нет, ща. Например, вот... Вот туда. И пока что, в принципе, и такая сойдет, мне кажется, небольшого масштаба, да? Например. Например. О, точно! Потом можно даже тот же зал славы построить. Да, я хотел построить, но, наверное, это уже после того, как достроится арена. Например, где-то... ну, где-то вот тут, то есть снизу... Если смотреть на палатки, то вниз. Если смотреть на арену, то влево. То есть вот тут, где большое место есть, то можно вот тут будет построить. Так, ща, давайте тпхнемся, поменять. Да чё ты? Тпхнемся, посмотрим, какие там алтари нужно поменять. Так, алтари. Где они? Вот, это Артикуна. Вот, один алтарь поменяли. Больше я, если честно, не знаю, где тут есть. То есть, если люди... Вот, я там еще один вижу. Ну, да ладно, то есть, это потом можно поменять. В Артикуна тут много алтарей, поэтому много их... Точнее, легко их найти. Так, где я строил? Вот там, да? Сейчас мы туда пойдем, и там, ребята, поменяем... Алтарь. Какой алтарь? Построим стену. Потом, как я сказал, ребята, где-то можно будет построить зал славы. Например, там будут те же модераторы, да, кто модератор на сервер. Будут вот это даже стена, типа, кто выиграл бесплатный пропуск на сервер. Будут те люди с другой стороны, кто выиграл дом на сервер. Будут люди с той стороны, кто выиграл шайни на сервер, да, на сервере, да, так как мы разыгрываем тоже шайни. Будут еще там, например, кто там помогает строительству или там помогает другим людям, там, новичкам, да, развиваться и все такое. Там тоже вот это все будет, но чуть-чуть позже. И не просто так вот, как на стене, да, мы тут напишем ник и вот этот человек помогает. Нет, мы создадим его скин, да, то есть напишем его ник и рядом с ним будет скин. Будет скин, да, то есть его, чтобы люди знали, вот этот человек действительно, можно ему довериться и все такое. И это, в принципе, будет нормально. Но это уже потом можно будет создать, да, то есть уже после арены, потому что сначала нужно всю арену достроить, и потом это мы, ребята, посмотрим. Так, давайте тогда сейчас, где? Ну, например, давайте вот это возьмем и вот это возьмем. Давайте пока что вот так тут построим. И давайте возьмем, ну, да фиг его знает. Оранжевую нет, желтую не знаю. Может такую? Нет, не очень так смотрится, мне кажется. А еще потемнее. Ну, пускай будет такая, ладно, пофиг. Я говорю, потом и так переместим, но пока что, чтобы тут было, чтобы я знал, кто выиграл, кто участвовал, и чтобы люди тоже знали, кто вообще выиграл, да, вот эти пропуски. Как-то...
как-то вот так пускай будет. Потом это я все поменяю, ребята, то есть это на начальный такой, на начальный период. Вот, пускай так будет, да и все. Тогда, мне кажется, тут лучше поменять, чтобы было одно с одним камнем, а не разные. Так, и вот тут. Отлично. Так, сейчас, ребята, сейчас, вот. Победители в конкурсе на бесплатный пропуск. Вот, допустим, вот так будет, да? Тут у нас будет 20 ноября. Потом тут 30-е, потом тут вот это, нет, какой там, 10 декабря, да, потом 20-е, потом 30-е, потом 31-е, то есть сразу же на следующий день, и там 31 декабря вообще куча пропусков будет разыграна, мне так кажется. Но это уже, ребята, мы потом посмотрим. Так, 20 ноября, ребята, ну что, я уже выбрал победителя. Сейчас я посмотрю. Сейчас, ребята. Как, какой у него там ник, я знаю, но как его зовут в ВКонтакте? Ну, я не знаю, нужно ли это писать. Но давайте, ребят, тогда напишем. Имя ВКонтакте я, наверное, не буду писать. 20-е. Да ты ж... 20 ноября... Победитель. Нет. Бесплатный пропуск. Нет, бесплатный пропуск выиграл. Ну? Ребята, я извиняюсь, если не вы выиграли, если другой кто-то выиграл. Потому что, сами поймите, там 300 человек участвует. И чтобы выпал там какой-то именно человек, тоже... Ну... Не очень, да, вероятно, что он выпадет. Поэтому, ребята, может, выиграете в следующий раз, но это я тоже случайно выбирал, поэтому, ребята, Джеки, вот, я напишу тебе ВКонтакте, что ты выиграл, ты можешь уже зайти на сервер, поиграть, не, я не знаю, еще добавили тебя уже или нет, но, в принципе, ты выиграл, в ближайшее время ты сможешь зайти на сервер и поиграть, ребята. Сейчас будет создана новая тема, где вы можете... Где вы можете, в принципе, вот это, зайти, подать заявку и принять участие и выиграть. Так, ну вот, первый человек, который выиграл в этом, как его, в бесплатном конкурсе, да, на пропуск на сервер, это вот этот человек. Так, давайте тогда еще сейчас вот тут построим. Как-то вот тут. Тут я не знаю, нужно ли вот это строить. Давайте построим, то есть, чтобы и тут светло было. Так, ща. Ну, вот, говорю, ребята, первый человек уже выиграл. Вы можете дальше подавать заявку. Может, в следующий раз кто-то, ну, как бы не может, а в следующий раз кто-то другой выиграет, да? То есть, уже кто-то другой через 10 дней, то есть, 30 ноября, кто-то другой, да, выиграет. Вот так пускай будет, да? И сейчас... Хотя, ну, так, тогда тут нужно убрать. Сюда поставим. И все, вот. Пускай пока что будет вот так. То есть много мы не заморачивались. А потом это я перестрою. Как я уже сказал, будет зал славы и все такое, да? Но зато уже есть, ребята, первый победитель. Давайте тогда, может, еще... Может... Еще вот тут вокруг сделаем. Не вокруг, а вот, например, где-то вот тут. Ща. Так. Ну, я не знаю, как-то вот так. И сейчас еще... Вот тут. Ну, пускай пока что будет вот так. В принципе, я говорю, ребят, потом это все поменяется. Но на начальное время
Сойдет, мне так кажется. Так, ну все, ребята, первый победитель у нас есть. Я говорю, что ВКонтакте я тебе напишу. Если этот человек не ответит в ближайший день, да, то есть если он не зайдет на сервер, если он не ответит, что вот там получил доступ и все такое, то будет, ребята, выбран другой победитель. Ну, если такое произойдет, то я тоже сообщу, потому что если человек выиграл, он должен тут играть. Зачем тогда подавать заявку, да, если он выиграл и не будет тут играть? Если вдруг такое произойдет, что человек не захочет играть, а просто-напросто не зайдет или все такое, то я говорю, ребята, я сообщу, и будет выбран другой участник, то есть этого мы заберем со стены и добавим кого-то другого. Так, давайте тогда Иви возьмем. И, в принципе, ребята, кто там топает? Я так думаю, давайте уже на этом закончим. То есть, я сказал, что и как. Я, ребята, уже в ближайшее время начну тут играть, потому что сейчас, в принципе, не очень так много времени есть. Поэтому, ребята, давайте на этом уже заканчивать эту серию. Не забываем, что... Вы можете подать заявку, и 30 числа будет новый победитель. Или на следующей неделе участвовать в турнире на первом сервере и выиграть бесплатный пропуск на этот сервер. Все, ребята, на этом заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.